трубочку держите, делайте глубокий вдох, трубочку в рот, сильно выдыхайте. Измерить объем собственных легких и узнать общее состояние здоровья в этот день можно без очередей и в одном месте. Сразу несколько врачей одновременно выявляют слабые места в организме любого желающего. Осмотр начинается с импровизированной регистратуры. Далее идет измерение давления, уровня сахара и холестерина в крови. После – рост, вес и индекс массы тела. Но в конце посетителей ожидает сладкий чай. Получившие предварительные диагнозы записываются на прием к специалисту. Для многих вовремя пройденная диагностика – шанс вылечить заболевание на ранней стадии. В Ростовском районе очень много больных с сахарным диабетом. И очень много тех, у которых еще диагноз не стоит, но профилактика уже нужна. И все же многих заболеваний можно избежать, если соблюдать профилактические меры. Отказ от вредных привычек и активный образ жизни, по словам специалистов, ценнейший вклад в собственное будущее. Единственный нюанс – профилактика не имеет очень быстрого эффекта. То есть это отсроченный во времени эффект. Если мы сегодня занимаемся профилактикой, мы получим результат через 3-4 года. В рамках проекта «Здоровое лето» состоялся и семинар для врачей Ростовской районной больницы. Личный положительный пример в несколько раз эффективнее строгих нотаций. Среди медицинских работников курильщиков остается достаточно высокий процент. И, конечно же, представьте себе врача, который сам курит и дает рекомендации такому же курящему бросить курить. Наверное, это не совсем правильно. Проект «Здоровое лето» инициирован главой региона Дмитрием Мироновым и является одним из этапов реализации программы социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста». Мы хотим показать ростовчанам, как можно остаться здоровым, если контролировать давление, сахар крови, знать свой холестерин и вести правильный образ жизни. Все очень хорошо говорят, есть высокотехнологичная помощь, она нам поможет, она не потребуется, если мы будем жить правильно. Акция уже прошла в Ярославском, Некрасовском и Рыбинском районах. В течение лета врачи посетят Углич и Любим. Дарья Смирнова, Сергей Ватин. День в событиях.